Краш-тест. Сегодня краш-тест проходит Александр Левшин. Мы взяли три известнейшие песни, которые так или иначе, я уже подскажу, имеют отношение к вам. Угу. Ваша задача, а мы взяли припевы и перевернули наоборот, чтобы было как-то сложно. Ваша задача угадать, что же это за песни. Колоссально. Ну, мы, конечно же, будем подсказывать по мере возможности. Хотя, я думаю, и я наивный такой, доверчивый, должен угадать, да? Конечно. Боже мой. Ну, на самом деле угадывают люди. А вы музыкант, тем более... А профессионал, если... легенда. Опять поэтому. Чуть мне язык не отрезать надо. Так, ну что, готовы? Ну, с чувством опасности, да, давайте. Не переживайте. Задание номер один. Давайте. Айс-киллер-повар. Вот и вижу я Дельфбург, а если я над Саутом так, ладыка в шмоп Масыльсей. Да, вот такое длинное задание. Ну, скорее всего, пою это я. Так. Да. Вот. То, что я пою, я не понял, но то, что я пою, это точно. Вот. Это вот, знаете... Вы были заменителем. Боже мой. Спасителем, я бы даже сказал. Я спаситель? Да, чтобы все получилось, и потом это увидели люди, вы спасли эту ситуацию и исполнили вместо эту песню другого вместо человека. Другого человека. Боже мой. Боже мой. Интрига, да? Нет, но то, что вы профессиональные интриганы, я подразумевал, но настолько, чтобы я кого-то спас, я вообще очень часто спасаю, кстати, сейчас подумал об этом. Вот, понимаете? Я настолько добр, я настолько бесхитростный, жуть, не знаю. Вот вы понимаете, вы сейчас вот говорите, сейчас все женщины начнут пользоваться ситуацией, вы сейчас вот выйдете... А может, я живу ради того, чтобы женщины начинали пользоваться? Вот он к чему целый час-то был, да, друзья. Так, Александр, давайте все-таки возвращаться к нашему заданию. Ну вот даже там по стилю похоже, откуда эта песня? Да. Мне кажется, что вы над нами издеваетесь сейчас. Вы уже узнали, ну, и вы уже поняли. Я в вас растворился и чувствую себя беззащитным. Боже мой, ну что это такое? Ну, я покраснела. Таня, шепни на ушко. На ушко. Баллада. Баллада. Чья? Ну, у меня есть армянская баллада. Нет. Это она из фильма. А, господи боже мой. Три мушкетера, что ли? Конечно! Если сам вам шпаги дал. Господи. Но дело в том, что это не баллада. Написано «Баллада де Тревиля». А, де Тревиля, да. Но это начало второй серии, когда он мушкетеров посылал на войну. Это такая площадная была. Кровопролитие, кровопролитие. Кстати, я по этой причине, из-за слова «кровопролитие», и не пою в концерте. Я пою «Пора порадуемся на своем веку». Потому что вообще мой молодежный мерзкий голосочек там звучит везде. Во всем фильме. И «Кому ля гера», и «Пора порадуемся». Во всех. Кроме... Атоса, шпаги... О, нет, вот, века уходят. Нет, вот эту песню романтическую пел Назаров, Слава, да. Ну, вот так вот. Остальное отдувались вы. Мы отдувались хором, но мой такой мерзкий, молодежный тембро... Я к себе очень критично относился. Это сейчас я идеален. А тогда я учился быть идеальным. 1-0. Засчитываем, Александр, вам давайте эту победу. Послушаем, да, 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 второе задание. О. Мне кажется, даже наоборот. Да, но Анна Вески гениальная певица, это во-первых. «Праздник снегопада». Но она гениальна. Да. Вы знаете, ее тембр уникален. Вот Анна Вески обладает каким-то удивительным своим звучанием. Вот она меня, конечно, потрясает. Вот у меня любимая песня «Праздник снегопада», а еще «Межсезонье-межсезонье», «Развенчальная пара». А, вот так, Даша. Прекрасная песня. Ну и, наконец-таки, друзья, третье задание для Александра Левшина. Ну, пока поехали. Что Александр справляется отлично. Да, счет 2-0. Да. Я на грани своих возможностей. На пределе. Нет, вы еще... Да. Задание номер 3. Солокиш, царь, сей, нельзя, и шмели,
Ну, я пою, это я пою, конечно. Это вы поете, да. Да. Давайте начнем сразу с подсказок. Не будем тратить радийное время. Давайте. Ну, мы уже говорили. Мы сегодня говорили. У вас два варианта. Либо, собственно говоря, праздник снегопада, так, о котором мы говорили. Либо второй. Любовь за оплату. Да. Давай увидим, чья сильнее страсть. Вот. Понимаете, мужчина о чем мысленно думает? Он думает, что женщина поймет его, догадается, и она ринется в облако его внутреннего вот этого кайфа от нее. Понимаете? Потому что надо говорить иногда ртом, Александр, понимаете? Я стесняюсь рядом с вами. 3-0, и Александр Левшин побеждает в утреннем FM-шоу. Краш-каст.